Animal Jam. Новорожденные дельфины уже с первых минут приспособлены к самостоятельной жизни. Первый год процент смертности детенышей составляет 50%. У малышей врожденная способность подражать своей матери. Они повторяют каждое ее движение, так они учатся выживать. Словно тень послушно следует за ней, повторяя каждое движение, каждый жест, каждую позу. Если мама встает на хвост, малыш делает так же. Родители, разве вы не хотели бы такого послушного ребенка? Самое важное умение, которому мама обучает малыша, — поиск пропитания. Она разговаривает с малышом, издавая специальный звук. Услышав его, рыбы плывут в укрытие и прячутся в песок. Для поиска пищи дельфины используют эхолокацию. Звуковые сигналы, отражаясь от предметов, дают дельфину информацию о них. В поисках пропитания детеныш повторяет за мамой каждое ее движение. Еще одно умение, которым дельфины владеют в совершенстве, это аквапланирование. Дельфины способны развивать невероятную скорость. Их туловище наполовину погружено в воду. Смотрите, как аквапланирование помогает ловить рыбу. Попалось! Смотрится эффектно, однако не каждому дельфину под силу подобный трюк. Особо удачливые начинают хвастаться. Поймав добычу, начинают играть с ней, демонстративно таская рыбу во рту. Но почему никто не отбирает добычу? Возможно, таким образом они учатся доверять друг другу. Или просто не хотят ввязываться в драку. Это основные навыки, которым мама учит своих детенышей. Игры с едой не просто развлечение, а возможность выстроить отношения с сородичами. National Geographic Kids.